Воды нет, света нету. Это ужас. Замерзаем, а сейчас еще мороз. А вообще коммунальные службы не работают, в принципе? С мая, выключили газ, а воды у нас нету с сентября. И света. Света нет, и не качают же насосы. И как вы отапливаетесь, готовите еду? Ну, готовим. Спасибо всем волонтерам, которые помогают нам, привозят это все. А так буржуйка, и вот сами шрубаем дрова. На буржуйке, а так маленькие конфорочные туристические газовые плиточки, баллончики, и вот на них. Волонтеры привозят газовые баллончики? Ой, нет, это мы покупаем, не привозят. Нам бы, конечно, мы просим, чтобы нам привезли свечи, фонарики, теплое белье. Еды у нас достаточно. Всем-всем спасибо. Ждем мира и домой всех. А у вас работают какие-то продуктовые магазины или как-то? Нет, один магазин продуктовый. Хлеб привозят бесплатно. И вот это стихийный рыночек, часа на три выезжает там, что там нам надо, кто колбасу, кто, ну, сосиски, там, что, носки, вот такой вот. Давайте. Часа на три, это вы так по-военному сказали уже. Но, привыкли, да? Обстрелы. Уже сейчас нам надо идти в подвал, потому что дальше.